Коммунальные причуды или откуда берутся долги? Необоснованные начисления на 25 миллионов рублей выявила прокуратура. Такую внушительную сумму махачкалинцев обязали оплатить за тепло и воду. Долги на потребителей начислили сотрудники ОАО «Махачкала Теплоэнерго». Наличие несуществующих долгов выявила прокурорская проверка. 30 тысяч жильцов многоквартирных домов без приборов учета счетчиков оказались должниками по неволе. После проверки прокуратуры был произведен перерасчет переплаты на указанную сумму в качестве авансов в счет будущих платежей или погашения текущей задолженности.